Привет. Я, наверное, возобновил трансляцию, насколько у меня это получилось. Так, что-то у нас со зрителями куда-то все разбежались. Ау. Ребята, где вы? Он наш Рики, смотрите на меня. Рики уже лег. Да, Рики? На кроватке отдыхает. Тут я, кстати, сплю ночью, присматриваю за котятками. Что-то снится, мне кажется, вот этому котенку нашему. Тот же самый последний. Если вы слышали, они, ну, может быть, вы слышите, они реально так тихо-тихо шипят. Я, наверное, не слышите. Так, давайте сейчас достанем какого-нибудь котенка. Ну, какого-нибудь, например, вот этого. Вот он, красавец наш. Ой, зашипел. Вот какой красавчик. Такой маленький. Ладно, завтра сделаем еще трансляцию. Посмотрите на них получше, поближе. Да, ребятки? Все. Пока. Да, красавчики. Я установлю камеру, чтобы мы хорошо видели. Сейчас будем рассматривать каждого из них, ребятки. Привет, привет. Всем привет. Няхин, няхин, согласен. Милахи. Так, давайте какого-нибудь милах возьмем поближе, посмотрим. Ой, вот он, ой. Так, посмотрите, как он. Ой, пищит, пищит. Тихо, тихо. Сейчас я Гердочку туда посажу. Герда, заходи. Смотрите, какие красивые. Ой, давайте эту еще посмотрим. Ой, 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 этот у нас. Фоточки-то. Красавец. Пять. Пять котят. Один. Второй. Третий. Четвертый. И вот пятый. 5 котят. Ребятки, пишите сообщения, и то я не вижу, сколько зрителей. У меня почему-то вообще показывает ноль зрителей. Но это же не так. Напишите что-нибудь. Вы меня слышите? Проверка связи.
Видите, как они ползают, да? Они перемешиваются. О, так. Котята милахи. Да, это точно. Ты, надеюсь, посмотрела другие видео на канале. Они тоже довольно-таки интересные. Ой, походу, кто-то из них покакал. Смотрите, на кота кот-то лежит. Вот. Наблюдает за котятами. Тоже охраняет их, насколько может. Делитесь данной трансляцией, чтобы ваши друзья увидели это. Эти котят красивеньких. Кошку зовут Герда. Кошка сейчас отошла. А кота зовут Рики. Вот он. Я его глажу. Здоровый такой кот. Уже совсем мужчина. Уже дети у него есть. Так, а кого мы из них еще не смотрели? Вот его, наверное, мы еще не смотрели. Или ее? Ой. О, о, о. Мяукает. Пугает. Давайте посажу туда в коробку Герду. Герду. Иди в коробку. Вот все, теперь семейство объединилось. Да, конечно, не открылись. Они только родились, им чуть больше суток. Открываются у них позже намного глазки. Видите, как мама любит их? Вылизывает, ухаживает за ними. Ребят, напишите плюсик, если вы меня сейчас слышите. Может быть, связь пропала. Ух ты. А у тебя сколько котят? Мистер Реддит. Реддит. Сколько у тебя котят? 5? 4? 3? Или 7? Тут видите, вот сейчас кошка, то так она ухаживает за ними. Вот, чтобы они не обкаканные ходили какие-нибудь. Да, Гердочку? Гердочку. Ребята, алло. Вы меня слышите? Как они тут елозят.
А, хорошо, спасибо, что отвечает. Вы отвечаете, что слышите меня, это значит, что все хорошо. Ну что, будем еще какого-то котенка смотреть? Как вы думаете? Ой, один присосался, вижу. Второй присосался. Третий не в ту сторону ползет. Вот на него. Еще раз мы взглянем. Вот он. Вот он, котенок наш. Вы знаете, ребята, походу он уснул. Нет, проснулся, так ищет, ищет. Мы его в гущу событий сейчас определим. Так. Куда-то он опять не туда пополз. Вот тут надо смотреть. Так, этого давайте посмотрим. Ой, жалуется. Гердочка, ты что? Так, Герда, нервничает. Все, все, все. Гердочка, ты не нервничай. Все хорошо. Ну, твоих котяток не обидим. Ой, куда ты? Ой. Так, вот сюда иди, в гущу событий. Уйди, какой животик. О, Герда начинает это так лапкой лапкой всех сгребать. Лапкой всех сгребать. Все. Она, походу, их защищает уже от нас. Кайфует. Да, Гердочку. Вот она, лапочка ее. Ой, а как я люблю котят. Видишь, сколько их у меня тут? Целых 5. А до этого были еще, 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 еще. Каждый раз они, ну, получается, приблизительно одинаковые. Но у них совершенно разный характер. Вот даже сейчас уже видно, кто из них будет супер спокойным, а кто из них будет постоянно чего-то искать. Как вы думаете, кто будет постоянно чего-то искать? Я вот вижу этого котенка черненького. Вот сейчас вот он опять лезет, что-то ищет, ищет, куда-то тыркается. Все никак не может найти. Давайте ему поможем. Вот так. Вот. Да куда ты там лезешь? Вот. Вот это будет спокойный котик. Вот этот. Он знает свое дело. Все. Так, ребята, завтра обязательно смотрите мою трансляцию. Она будет, ну, вечером где-то часа в 4 по московскому времени. Вот так. Полпятого. Четко будет полпятого. Вот. Будем также их рассматривать всех и смотреть, как они меняются. Быстро меняются, не меняются быстро. Потом мы будем за ними следить, за их жизнью. О, видели, видели? Вот этот каскадер, наверное, будет. Ой, Рик пришел. Я его место занял. Проходи.
Шрики. Ну все. Смотрите мои видео. Ставьте лайки. А я буду продолжать снимать наших замечательных кота, кошку. Наших замечательных котят. Я с вами прощаюсь. До завтра. Делитесь этим видео. Пока.